утро, Узбекистан! Доброе утро, друзья мои! Я приехала в Риштан. Въезд выглядит именно так, потому что этот город славится ремесленниками. Мы с вами сначала идем на свадьбу, а потом отправляемся смотреть на мастеров города Риштан. В путь, друзья! Мы заходим в дом. Друзья, вот жених, ассаламу алейкум. Яхшы мы сіз? Топкерлеріміз, хаммамыз тойларға яхшылы күллерге бұйырсын. Башымыз тойдан чықмасын, қолымыз аштан чықмасын. Үмірлерің, ұзақ рызқыларың мұлық болсын. Топкерлеріміз, хаммамыз тойларға бұйырсын. Иламандыз, халқымызға. Рахмат. Время сейчас 4 часа дня, еда уже вся на столах. А я вам в этот момент хочу показать, чем занимается невестка. Она сейчас у соседей, пойдемте. Я кого я там вижу? Невестка! Рахмат! Рахмат! Яшэнг! Яшэнг! А келинка не чаешь? Ничего себе! 19-летняя молодая красивая келенка. Яш, первый лик. Ладно, мы невесту оставляем, мы ее увидим теперь уже только на улице. Ой, вся в золоте. Виноград. Шайер Умари. Шайер Умари. А, это же. Смотрите, друзья, жених уже ждет свою невесту. Жених уже на улице. Посмотрите, друзья, какая красивая пара идет. У нее рука правая на сердце. Обратите внимание, здесь уже постелен ковер, на ковре деньги и цветы.
вы увидели, свадьба проходит очень весело. Мы пожелаем молодым счастья, а сами отправляемся дальше смотреть Риштан. Ассаламу алейкум. Яхшы сиздермисиз? Ассаламу алейкум, апа. Рахмат, хамматы яхшы. Хазир барамы? Кураманда сиз... Сизасыз. Да, сизасыз. Мен лав калдымын. Курсам, видео курсам, мумкинчилик бесед зюкла. Друзья, я ехала по кишлаку, я вижу, что здесь рисуют, и зашла, чтобы посмотреть, что это такое. Посмотрите, здесь дети, взрослые, все рисуют. Ой, курмады, ассаламу алейкум. Сейчас я вам буду показывать посуду. Посмотри, все дети сидят с ручками. Посмотрите, друзья, девочка сидит. Ассаламу алейкум. Это что за чудо такое маленькое пришло? У меня сурашмасыз, да? Келе. У меня сурашмасыз. Все яхшы? Девочке 12 лет, она уже разрисовывает тарелки. Да. Они отправляют, друзья, все это на продажу. Это в обычном доме, вот семья, как вы видите, это грустно случайно. Меня люди, ты тезеп там пожелят того. Тезеп твоя. Уйда? А, она говорит, я дома. Сыз уйдет, не тез, сыза, сыз. Сейчас харыба, харыба. Пара 9 лет, мальчик, он рисует. Посмотрите, друзья, это золотые руки. Дети с маленьких лет знают, как рисовать нужно. Видите, на ступеньках сидят. Так, а сейчас я вам... Вот выглядит заготовка, посмотрите. Здесь покрыто. Ой, я здесь царапаю. Здесь покрыто. Друзья, посмотрите, приходят блестящие тарелки. Далее они отправляются, самое первое, к ней, в руки. Она наносит жидкую глину тонким слоем на тарелке. Все это на круге. Рядом, конечно, контролирует. Башлык, ну, башлык, а? Да, башлык, башлык. Главнейший. А потом всем она раздает. Я сюда расынган. Конечно, это то, чем они зарабатывают на свою жизнь. То есть Риштан, друзья, знаменит, конечно, керамикой. Это практически... Хар уйда, да? Да. Хазир опасыз мастер-класс курсатасыз. Сейчас нам друзья будут показывать мастер-класс. А сызга ничего ешь? Нет, 65. 65 лет ей. Хаммасы нургаттыгыз? Все, говорю, да, учила, да, говорит. Шагитларым. Ученики мои? Хна койылган, да, бармакка. Красавица? Апай, рахмат. Майлыз, ойлам, рахмат. Біліп, хоть қаламын, білмады? Нечек? Риштан ләгәннәрні қалалар, табақларыны, ну, нелерні, кәсәләрні, біліп қаламын. Мәшіна қалам, етілер зәр боп, мәділер зәр боп, жәртілер шығатта. Потом... Қазір еттен көрсетті мәшіна қызырләнгәніні. А здесь уже конвейер готовый посуды поехал, конвейер кетті. Вот такой рабочий процесс здесь проходит, друзья. Где мы еще такое увидим? Все соседи, кто в этой округе, они тоже рисуют и приносят сюда обратно, в этот дом. И потом забирают отсюда. Это уже тайо. А ну, специалисты. Они разглядывают, говорят, что-то не так. Дети говорят, здесь неправильно. Вот это да. Мәселен, кеше хаталығы болса, хатасы болса, бұнда әрден қайтар болады. Если ошибки будут, обратно возвращать не принимают. Хатасы болса, выкидываться. Она не смотрит, чтобы не было бракованной посуды, каждый проверяет друг за другом. Посмотрите, какая посуда, золотая окантовка. Очень красиво. Чырайлик. Рахмат сізге, мен шат сіздің білем таныш. Шындырып бердігіз мен, рахмат. Сіз чарчарайыңыз сау болыңыз, көздер яхшы көрсін, қолдар ағыр ағырмасын. Жеткеніңіз келсін, рахмат. Көпті апа, сау болыңыз. Апалар, сау болыңыз, рахмат сізге. Аш иіміз, аш. Потом аш қылырмыз, бөпті ме? Ләгәннан аш иіміз. Бөпті, сау болыңыз. Салатларды қыламыз бұна, салатларды. А, сюда, ты че говорит, болтаешь, сюда мы салат будем делать, а плов другое. Друзья, мы с вами находимся в Риштане и просто обязаны посетить Центр гончарного искусства. Риштан, все мы знаем, что славится своей керамикой. Посмотрите, какой здесь огромный центр построен. Но я знаю, что здесь и работают, и живут. Пойдемте узнаем.
Конечно, первое, что нас встречает, это огромный Ляган. Написано 2020 год. Посмотрите, какая у них площадь здесь большая, красивые дома. Очень все интересно. Но это, я так понимаю, как отдельная махаля. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Якшимасы? Якшимасы. Якши рахмат. Знаешь что? Ты знаешь, как сказать? Ты попадаешь в точку. Почему? Спрашивай. Почему спрашиваю? Ты, говорит, всегда попадаешь в точку. Он говорит, спроси только почему. Я говорю, почему? Он говорит, сейчас. Пойдемте. Здесь сегодня у нас ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Я ошибаюсь, зурмаса. Плов это будет, дымлема будет. В смысле, у вас праздник, что ли, сейчас? Да. Друзья, мы попали, конечно, на праздник. Бахтиор Ака. Ой, я говорю, точно попал. Так, хочу представить, это Бахтиор Ака, очень известный Ганчар Эмакулулчи, если говорить. Смотрите, уже в дом гости приезжают. Уже киляляр Япона. Это... Понятно. Велисовет ученик. Так, ну давайте посмотрим, все-таки у нас керамика сегодня главная. Да. Это Риштан обязательно, да? Центр всей керамики это в Риштане. Смотрите, это только Риштан Аллах наградил красной глиной, да? Кызылтпрак, да. Да, единственное место, где красная земля. Ну, красная да. Глина. Красная глина. Да. Вы видите, что здесь идет полный рабочий процесс. Ученики работают, несмотря что даже праздник. Всегда идет работа. Мы сейчас, я вам буду... А, я вижу здесь орнамент. А? Орнамент, по орнаменту рисует. Роспись. Это ученица. Ученица. Посмотрите, да. Друзья, это его ученица Ташкентана. Ташкентана. А мы же в Риштане, она приезжает? Она обучается у меня. Она живет тут? Да, живет тут. А вы она учеников? Нет. Она конечно. Из Ташкента учится. Я вам буду сейчас показывать музей, который имеется у Бахтиор Ака. Здесь это все вы сами делали, да? Да. Это вот что нас радует. Вот, пожалуйста, наш президент сам лично сюда приехал, с нами познакомился, с нами встречался и с нами вел такой теплый разговор. И вот это, видели, да, как это? Да. Вот нам подарили. Второй этаж, наш дом. Здесь вы живете на втором этаже? Да, здесь да, вы в музее? Работаю. Все, второй этаж все. Да, это у меня шоурум. Шоурум? Да, шоурум. Понимаете? Ну вот, смотрите, здесь вся посуда, которая имеется, представлена, это все сделано вашими руками. Да. Сколько лет вы уже? Уже почти 35 лет. 35 насчет этого. Это свистулка. Я вам сейчас покажу. Вот это все цвета бирюза. Угу. Бирюзовый цвет. Это отличие от других керамистов, от других регионов, от других школ. Значит, у нас в Узбекистане много керамических школ. Среди них вот Риштан отличается с этой, с голубой керамикой. Угу. Вот самое главное. И почему? Потому что вот этот цвет передает, знаете, души человека, да, такой, как вам сказать, колориты, да, вот это все. Урдак. Значит, утка? Урдак, да, утка, да, вот, смотрите. Это утка для чего? Раньше наши, это, оказывается, нашим келинчакам, да, вот это, приданные. Это были, да. Уточку. Да, да, приданные. И попадем, как обдаста. Это обдаста. Вот. Наливает воду, да. И есть маленькие, которые можно пить. На любом позе, на любом ляжа, стоя, все можно. Это было удобно. Да, удобно, да. Станя женщиной, то есть к этому не подходит, только с росписи начинают. Да, с росписи. У нас, да, Узбекистан, узбечки, вот, и вот они основной расписывают. Угу. Они очень красиво расписывают, значит, вот посмотрим, да. А мужчины основной с глиной и гончарей, вот это основной мужчина у нас. Это просто девушки усидчивые, они сидеть могут. Да. Узак, утрэм, халэм, сазэп. И вот это тоже очень красиво. Да, как... и мне самому нравится. Сколько раз пробовали повторить то же самое? Повторяю, да, повторяю, и не выходит. Вот, или с цветовой гаммой мы будем этот, ошибаемся, или как, с росписи что-то не получилось. Вот так, да, да, да. А сколько это стоит, если не секрет? Миллион. Да, $100, 100 друзья, долларов, стоит да, почти. Да. А давайте вот такое сколько стоит? Это поняла часть. 100 тысяч. 100 тысяч. Это 110 $10, да. Да. Это примерные да, цены. Да. Это сколько? 5 рук проходит? Да, одна чашка. Да, да. Когда вы рассказываете о том, что вы делаете, у вас даже язык меняется, у вас лицо меняется. Он вообще по-другому, он сразу такой любовью говорит. Мои лиганы, мои тарелки. А я вас приглашаю в праздник.
Сейчас у нас будет это семейный праздник, и здесь будут наши родственники на человек 20. Чтобы не то, что как узнала она. Да. Я чувствую, да? Да, молодец. Я вообще классно. Я тоже. Я очень рада, но, к сожалению, сегодня не могу. У вас же еще много праздников будет. Да. Смотри. Назир Бахтёв, да? Это моя вот, это не сглазит, чтобы тебе не сглазить, понимаешь? Вот это работа. Кустигмасын. Да, кустигмасын сізге, и менден сізге эстелик, эстелик солға. Рахмат, посмотрите, рахмат. Какой мне подарок. Сделали подарок прекрасный, чтобы меня не сглазили. А это перец, скажите. Да, и здесь можете вешать вот сюда проволоку, и можно вешать, и можно использовать. А кушать можно? Конечно, я хочу кушать. Конечно, кушайте. Да, я не буду вешать, я буду кушать. Да. С удовольствием. Спасибо, да. Мне очень приятно. Рахмат. Все равно спасибо большое. У меня теперь будет, чтобы меня не сглазили. Мне очень приятно получить от такого мастера, как вы, такой роскошный подарок. И все знают меня, что я очень люблю тарелки. Самые любимые у меня тарелки. Огромное спасибо. Вы были радостными, счастливыми. Я пошла. До скорых встреч. Хорошо, буду ждать. Все, да, до свидания. Не люблю прощаться. До скорых встреч. Столько еды вы готовите, и я ухожу, там дым лома плов, а мне приходится уходить. Да, вот здесь у нас собирается сегодня свои. Как вы сказали, да? Штаб. Один раз в месяц. Да. Как раз вы попали в это, ну, у вас... Дела. Мы увидимся. К сожалению, у вас да. Не получается. Мы увидимся. Ничего страшного, мы увидимся. Хорошо. Все, рада. Я буду ждать. До свидания. Все, Соболев. Пока-пока.